Программа праздничного дня, посвященного открытию бизнес-центра в Авдарме, завершилась концертом с участием известных исполнителей российской и молдавской эстрады. Впервые побывавшие в Авдарме Игорь Корнелюк и Симона Сиашвили побывали в только что открывшемся бизнес-центре, мемориале памяти и, конечно же, посетили музей истории села. Один из экспонатов музея вызвал неподдельную радость и удивление Игоря Корнелюка. Помимо всего прочего, когда вошел в этот зал и увидел вот этот коврик, эту картинку, которую, я так понимаю, что она вязалась крестиком, да, вышивалась крестиком. Я вообще остолбенел, потому что, когда я был совсем маленький, такая картинка с таким сюжетом висела над моей кроваткой. И у меня было ощущение, что как будто бы я опять вернулся в детство. Вот. Это действительно все удивительно. Обнаружив общее в сюжетах, вышитых в белорусском селе и в Гагаузском, чувствуешь некую духовную близость, сказал Игорь Корнелюк. Симона Сиашвили высказал свое удивление тем, что стенды музея беспристрастно и толерантно отображают прошлое и жизнь авдарминцев. Ну, у меня впечатлений от этого музея много, и я потрясен, конечно, что такой небольшой вот населенный пункт имеет музей, который рассказывает об его истории, об его жителях, и, конечно, далеко не каждый большой город даже может столько рассказать о своей истории, но самое большое потрясение, которое я тут испытал, да, что этот Авдарма, вот ваша деревня или село, как вы называетесь, даже не знаю точно, Авдарма, что она с таким уважением, с такой толерантностью относится ко всем своим жителям, которые в разное время служили в разных армиях. Может быть, даже и воевали друг против друга. Но это не важно. Они все были солдатами. Они исполняли свой долг, и поэтому для их потомков они все одинаково дороги, их память одинаково свята, потому что они рисковали своей жизнью, кто-то и отдал свою жизнь. И вот эта толерантность, которая вот сквозит во всей этой экскурсии, которую я прослушал здесь, она меня просто потрясает. Я считаю, что вот народ, который может быть таким толерантным, это светлый, чистый и заслуживающий очень хорошего народ. И я вот еще скажу, что вот известно, что люди, которые забывают о своем прошлом, у них нет будущего. Так вот, у жителей Авдармы точно есть будущее, потому что они свое прошлое хорошо знают, уважают его, интересуются им и, судя по всему, передают ее своим детям. Артисты любопытно изучали представленные в музее предметы исторической, материальной и духовной культуры авдарминцев. Свое мнение и оценку увиденного высказал Игорь Корнелюк. Увиденное, честно скажу, Меня совершенно поразило, я бы больше того сказал, меня даже потрясло, потому что я никак не ожидал, что в селе, в сравнительно небольшом, может быть такое бережное отношение к своей истории, к своей культуре, к своему прошлому. Такой замечательный музей, где собрано столько экспонатов, где все подлинное. Это так удивительно. Это, честно, я такого не видел нигде. Я понимаю, краеведческий музей, да, это же, по сути дела, по жанру это краеведческий музей. Краеведческий музей бывает там в больших сравнительных городах, ну, в уездных каких-то городах, да, в районных центрах. Но вот здесь и масштаб всего происходящего, это удивительно.